Привет, вас возьмем гости, братья и сестры. В последнее время стали задавать такой вопрос. Зачем писать записки о упокоении и о здравии, если есть такие слова Священного Писания, где сам Господь говорит, я, говорит, Бог не мертвых, но Бог живых. Вопрос, с одной стороны, хороший. Но первое, потому мы и молимся о усопших, потому что они пред лицем Бога живы. Они растворились куда-то и души. А второй момент, почему отдельно? Потому что во время богослужения, как в первую часть проскомедии вынимается за одних и других, так и в середине службы, мы читаем громогласно записочки, чтобы обозначить, что здесь сейчас мы молимся о присутствующих, о ныне живущих, о болезнях, о путешествующих, там, на поле брани, там, находящих, в темнице, заключенных и далее. А потом мы вспоминаем о Бозе почивших всех усопших православных христиан. Это обозначение для того, чтобы мы понимали, это о потребе, это уже жизни вечной. Храни Господь. Аминь.